Макаров знает, что дочь Варшевского в Берлине. Если девчонку схватят, рано или поздно он сдаст ядерные шифры. Нам известно ее местонахождение. Провожу триангуляцию. Разведка только что перехватила звонок с ее номера. Подключение через 3, 2, 1. Алена Варшевская? Кто это? Американские войска спецназначения. Вы говорите по-английски? Да, мой охранник мертв. Они идут за мной. Спокойно, мы уже направляемся к вам. Где вы находитесь? В чулане. Номер на 5-м этаже. На какой стороне? Я не знаю. На крыше здания. Через дорогу есть надпись «Рейзер». Пожалуйста, скорее. Хорошо, положите телефон и оставайтесь на месте. Мы придем за вами. Афина все еще с нами. Огонь вести с особой осторожностью. Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики. С вами я, Антон, и я продолжаю проходить Call of Duty Modern Warfare 3. Сегодняшняя миссия называется «Выжженная земля». А вот таким вот флешбеком разработчики решили немного разнообразить миссию. И вот сейчас нам показывают начало. Мы в составе десантной группы, а в Берлине выдвигаемся на поиски Алены Варшевской, дочери российского президента. Команда «Гранит» отправляется за дочкой, мы будем прикрывать. У нас есть винтовка ACR с гибридным прицелом, но мне он, честно говоря, не очень нравится, поэтому я выберу обычный коллиматорный. Так, тут же плохие ребята из России пожаловали. Тихо, тихо, тихо. Тихо, ребята. Не надо тут ля-ля. У нас все серьезно. Привет, мужик. Как твои дела? О, еще один товарищ. Еще один товарищ выбежал. Сэндман, да ты просто зверь. Не ожидал я от тебя такого. И еще плохие ребята из России, которым мы тоже дарим пару гранаток. О, а вот этот товарищ меня спалил. Капитально. Ох, Сэндман, я почти в тебя попал. Прям ты был на волоске от смерти. Так, на упреждение для профилактики. Вот это, про этого, ребята, не забудьте. А у вот этого мужика за витриной дробовик. Поэтому, если вы неосторожно подставитесь, можете выхватить дробину прямо 5-й точкой. А, между прочим, СПАС-12, это во мне пистолет на пульках. Оба-на, оба-на. Ой-ой-ой, парень с печенегом. Как я не вовремя начал перезаряжаться. Вот он, товарищ. Ах, нет, это не разведданные. Размечтался я. Держите. Ребята. Ох, блин, как двое на меня вылетели. Нет, еще не все. Уже все. One shot, one kill. No luck, just skill. Так, а вот та самая группа «Гранит»,
высаживается. И сейчас нам надо будет их прикрывать. Поскольку плохие ребята уже идут. Можно, в принципе, стрелять вслепую. Поскольку противников много. И бегут они довольно кучно. Шанс попасть хоть в кого-нибудь очень велик. Сейчас будет вам отметка. И вот так вот. Адьос. Так, мы сделаем вот так. Сейчас подождем. Я жду, пока танк подъедет на точку, чтобы их обоих захлестнуть. Профи. Спасибо, Валькирия. Дальше мы сами. Гранит, броня уничтожена. Идите. Принято. Спасибо за помощь. Мы вам должны. Не спускай глаз со здания. Прорываемся. Гранит, вы видите Афину? Так точно. Слева! Еще два! Убираем! Гранит! Жаль. Они мертвы. Какого черта? Команда Гранит уничтожена! Повторяю, она уничтожена! Гранина идем мы! Принято, Сенбан. Соединитесь с немецкой танковой колонной Кьюга. От вас и следуйте к указанному зданию. Прием. Так точно, Сенбан отбой. Цепляйся, нам нужно на улицу! Так, все. Теперь спускаемся вниз. И как можно быстрее. Так, цепляем карабин. Все. Быстро мы спустились. А тут кругом война. Кругом выбитые стекла. Перевернутые мусорные баки и трупы. Ну вы, ребята, конечно, логичные. Очень. Прошли через магазин, хотя можно было просто обойти по улице. Ну да ладно. О, неплохо. До свидания. Так, вертушка накрылась. Вертушка рухнула. И тем временем меня херачат просто со всех стволов. Так, это трак. Я уж было хотел стрелять. Тихо. Тихо. Тут кроют просто с неимоверной силой. Лучше лишний раз не высовываться. А, ну вот это уже наш танк. В принципе, хорошо. Иди за танками, пока мы не доберемся до гостиницы. Так, дайте мне где-то... Тут я видел автомат Калашникова, обычный, без всяких модулей. Вот это мое оружие. Простое, удобное, мощное. В принципе, ACR точно такая же, но в Modern Warfare 3... она просто ужасная. И внешне, по характеристикам... Вот в Modern Warfare 2 она была клевая. Прям одно из моих самых любимых видов оружия. Но теперь она просто ужасная. Но мне пришлось с ней бегать, потому что не было выбора у меня особого.
либо брать P-90, либо печенек. Ну а печенек в данной ситуации не очень-то применителен, поскольку большая отдача, а мы сражаемся на открытом пространстве. Поэтому приходилось бегать с ACR. О! Вот это ты, Иван, даешь! Так, Сэндман пошел по правому флангу. В принципе, тоже неплохо. Гранатометчик пытался танк наш подбить. Ой-ой-ой-ой. Вот это сейчас был очень подозрительный взрыв. Стоит отметить. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Откуда? А, вон оттуда. Иди за танками, пока мы не доберемся до гостиницы. Вот это сейчас было неожиданно. Мягко говоря. И вот сейчас нас возвращают в начало миссии. В тот эпизод, с которого, собственно, наша миссия и началась. Да, дела наши плохи. Очень и очень плохи. А вот и танк, который завалило. Да, тут буквально все на соплях держится. Один выстрел или взрыв, и все. Кирдык всему. Да паскудники, не бейте меня. Блин, Гринч, ты просто красавчик. Ты просто молодчик. Так, угощаем наших противников гранатами. Тихо. Тихо, я спрятался за ящиком. За ящиком, на котором красная звезда. А когда ты прячешься за таким ящиком, тебя не могут убить. Проверено лично мной. Как видите, я до сих пор жив. Так, взяли мы печенек. Тут все взрывается капитально. Здрасте. О! Этот индикатор меня всегда пугает. Побежали, побежали, пацаны. Ну же, пацаны, вы где? Let's go!
Похоже, вынесли нас. Причем капитально. Обидно.